На моем третьем десятке лет встречи со зрителями везде да около объезжал, а к вам не заезжал. И вот, здравствуйте! Как я рад вас видеть сегодня в таком количестве! Слышали? Вот в таком вот качестве. Для меня это шоу очень много значит. Я в него вложил очень много сил и, главное, любви, создавая его к своему юбилею. 30 лет я встречаюсь с вами, и за эти годы спето столько песен, которых мы слышали, видели по телевизору, по радио. Но сегодня мне хочется как никогда представить для вас то, о чем вы много слышали, но ни разу не видели. И если сегодня я вижу этот полный зал, я понимаю, что вы ждали этой встречи точно так же, как и я ждал встретиться на родине Сергея Челобанова. С которым меня действительно связывала очень творческая, большая дружба и альбом с таким названием «Челофилия». Может быть, до вас докатились слухи об этом. Этот альбом был записан 20 лет назад, но тем не менее, даже несмотря на это творческое сотрудничество, не доходил мой поезд, мои 7 фур с декорациями, со светом и со всем коллективом до этого замечательного края с таким романтичным названием Балаково. Очень хотелось посмотреть на это, что же это такое за Балаково. И вот я сегодня увидел атомную электростанцию. Большую, мощную. Въезжал в город через какие-то интересные каменные сооружения. Это все безумно интересно. И сегодня я наполнен этими эмоциями, потому что поделиться с вами. Но самая главная эмоция, как я восхищаюсь нашими техниками, как они все смогли впихнуть, вот это все то, что вы видели на сцене сегодня. То, что видели на премьере в Кремлевском дворце съездов. И тогда я дал слово себе и своим поклонникам, что обязательно все то, что зрители видели по телевизору, зрители увидят в дальнем, ближнем, неважно каком, родном зарубежье. Несмотря на 1000 километров, я выполнил свое обещание, и я принес вам сюда все. Не зря великий режиссер, который создавал это шоу Франко Драгона, именно он когда-то создал «Цирк дю Солей», создал шоу «Селин Дион» Майклу Джексону, он полюбил мои песни, он полюбил русский язык. И сегодня все то, что увидите, вы увидите то, что мы создавали почти целых 3 года. И сегодня немножко грустно, потому что сегодня мы прощаемся с этим шоу «Я навсегда». За 3 года мы объездили всю страну, и финальную точку мы решили поставить сегодня здесь, в Балаково. Для того, чтобы уже в следующем году, если вам понравится то, что мы сделали сегодня, мы вам представим новое шоу с не менее скромным названием «Я плюс я». На самом деле...